мире есть много прекрасных мест, на которые можно смотреть часами, удивляться их красоте, восхищаться и любить. Но также есть в мире родные места, где мы родились, росли и учились. Одним из таких мест является наше небольшое, но самое любимое наше село Кышла. Пусть оно небольшое, даже не часто его увидишь на карте, но оно тоже является частицей Молдовы, Европы, а значит является зернышком в мировом поле. Я участвую в конкурсе «Европа
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так амантилижда, так анунду тендреста. Хоп-ша. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ли-ли. Так аж песен у меня номер уно, дуа, хи. Seara s-a pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele zai, eu câte nus. Nu încerca degeaba cum, oricum nu reușești. Doar de mers până la unul fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. E important să ții minte ce trebuie să uiți. Nu, eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă timp o să mă înțelegeți corect. Hop-șa, la 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 la. Cu ce viteză ar trebui să ne oprim?